Администрация железнодорожного района Самары напоминает о необходимости заботиться о своем здоровье и предлагает сделать прививку от гриппа. Грипп – это острая вирусная инфекция, которая обычно начинается внезапно, с высокой температуры, болей в мышцах, иногда сухого кашля. Вакцинация против гриппа является основным и наиболее эффективным средством профилактики гриппа и его тяжелых последствий. Прививку от гриппа следует сделать заранее, так как защитные уровни антител к вирусам гриппа формируются через 10-14 дней после вакцинации. Администрация промышленного района сообщает, что коммунальные службы района не сбавляют оборотов в борьбе со снегом. Снегоуборочная техника и специалисты управляющих компаний ЖСК, ТСЖ, МБУ «Промышленный» ведут работы по очистке внутридомовых территорий, проездов, тротуаров и выкладывают подтверждающие фото. Городской департамент транспорта сообщает о том, что перевозчик «Самара-Автогаз» приобрел 30 машин, из них 26 уже поступили. Сейчас идет процедура постановки транспорта на учет и подбор водителей. Новый подвижной состав распределят на самые востребованные маршруты, по которым чаще всего поступают жалобы, рассказал Сергей Маркин. В частности, дополнительный транспорт запустят на автобусные маршруты в Куйбышевском районе. Номер 36 – Хлебная площадь, совхоз Рубежная. И 63 – автостанция «Аврора», совхоз Рубежная.